28 марта 2022 год. Друзья, смотрите, что происходит за окном. Метель, снег, сильный ветер. Снова все замело, заснежило. Хотя недавно мы уже почувствовали весну. Легко одевались, было тепло, 15 градусов было. Была земля, видна травка. Ну, то есть вообще снег растаял полностью, а сейчас снова смотрите, что происходит. Московская область. Погода, конечно, не радует.